Сегодня спасатели России отмечают профессиональный праздник. 22 года назад был создан Госкомитет, а затем и Министерство по чрезвычайным ситуациям. Все это время работники службы спасения приходят на помощь всем нуждающимся, тушат пожары, выезжают на крупные аварии и серьезные чрезвычайные происшествия. В этом году у спасателей Чувашии было немало работы, но, к счастью, серьезных ЧП не происходило. Сегодня в Главном управлении МЧС России по Чувашии прошло торжественное собрание, на котором самым достойным вручили государственные награды. Спасателей поздравил с праздником руководитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков. Он выразил уверенность, что и в будущем спасатели России смогут также слаженно и профессионально работать. Станислав Антонов, руководитель службы в Чувашии, пожелал личному составу возвращаться домой живыми и здоровыми. Каждый из нас понимает, что приходя на работу в эту структуру, мы берем на себя особую ответственность и обязательства перед нашим народом. Мы выбрали стезю помогать в любой ситуации, при этом не жалея живота своего, как раньше мы говорили в военной присяге. Товарищ генерал-майор, капитан Трусов Боров, для вручения награды прибыл. Не самый легкий район, не самая легкая служба, но потому главный федеральный инспектор отметил вас своей благодарностью. Поздравляю. Служу Российской Федерации. В честь праздника многие сотрудники награждены почетными грамотами правительства Чувашии и Государственного совета, благодарностями и почетными знаками. Отметили в этот день спасатели и журналистов. Победителями в номинации «Лучшая телевизионная и радиопрограмма» стали «Национальное телевидение» и «Национальное радио Чувашии». Лучшим печатным изданием по итогам года стало информагентство «Регнум».